знают, что ты сейчас в носу ковыряешься. Да-да-да. А еще все знают, это он нам рассказал. Он, как ты смотрел видосики 18+. Смотри, я, конечно, никому это не скажу, но возможно скажу. А частично нет. А ну это как бы не точно. Если да, то я нет. Не знаю. Возможно, кстати, по барабану фиолетовый дикобраз. Возможно, частично ты получил двойку и мамке-то не сказал. Не сказал, потому что мамки ремень дома. Это все вот этот чубзилет нам рассказал, вот этот. Кать! Шо? Это ядрить, колотить просто дурдом. Смотри. Ты видишь, сколько лайков набрала последняя серия Акинатора? Просто потому посмотри. Что я сказала. А я не поверил, когда она сказала в предыдущей серии то, что мы наберем 50 тысяч, мы набрали там, ну, короче, ты сам видишь, сколько мы набрали. Сколько нужно набрать лайков на этой серии, чтобы вышла следующая? 100 тысяч! Нет, давай перезапишем, ты вообще уже охренеть как загнула. Ну ладно, раз мы смогли набрать 50 тысяч, то я теперь повышаю как бы ставки, мы делаем 60 тысяч. Ну, не 100, но 60, как бы... Мне кажется, то, что ну нет. Вот наберем ли мы 60 тысяч или нет? Наберем. Во имя сына, отца и святого... Меня! Посмотрим, я не знаю. У нас как бы батл продолжается, между прочим. Продолжается. Играть! Ой, посмотрим, кто кого... Телефон сломал. Кто кого выиграет в этой серии? Я выбираю дедугана. Вот, я дедуган. А ты кто? Выбери верблюда. Или крокодила. Хотя ты на мартышку похож. Джасмин? Джасмин! О, ты мой батя, я твой батя, ты мой дочь. Так, в предыдущей серии, скажи, хорошо, не закатывай глаза, не время подходящее для закатывания глаз, другое время подходящее, давай. В прошлой серии мы играли на уровне легко, а сейчас я хочу на сложно. Да какое сложно, средний, сложно это слишком сложно. Если будет следующая серия, значит в следующей серии у нас будет сложно. Средняя и два раунда, да? Ну да, два. Давай, два раунда, хорошо. В прошлой серии было 2-2. Вот, кстати, прошлая серия, там подсказочка. Если ты не видел, обязательно посмотри предыдущую серию Акинатора, потом возвращайся сюда. Я так Катю сдрючу. Ну тут прям... Ну просто, чтобы ты понимала, кто тут есть, чтобы ты как бы предвещала беду. Кот из рекламы Вискас. Угадаешь ли ты его когда-то? Том, его зовут Том. Так, подожди. Ну, как бы, я немножко в шоке, но мне кажется, если я загадаю вот этого персонажа, то, скорее всего, Катя отгадает очень просто вот именно вот этого персонажа. Поэтому, не, ради прикола, скорее всего, можно загадать. Давай, я загадаю ради прикола, чтобы потом Катя мне не загадала каких-то там фиксиков, которых я никогда в жизни не смотрел. Погнали, Катюха! Давай. Ваш персонаж, девушка. Очень даже такая девушка прям. Вашему персонажу больше 16 лет? Нет, не больше. Вообще, намного. Не, хотя, я не знаю, примерно. Так, это ребенок. Ваш персонаж вас видел? Вас. Вас это кого? Ну да, видел. Нет! А, подожди. А, нет. А, нет, не видел. Че я затупил? Он вот. Тебя не видел. Кого видел? Меня, что ли, видел? Не, ну там нет, там был правильный ответ. Нет. Ваши персонажа есть канал на Ютубе? Нет, у него нет канала на Ютубе. Ваш персонаж... Герой мультфильма? Даже не герой мультфильма. Конечно же нет. Ваш персонаж снимает... И даже в лайку не снимает. Все, я не знаю. Ни в лайке, ни в ТикТоке, ни на Твиче, ни в Ютубе. Ваш персонаж человек? Даже не человек. Нет, он вообще. Ваш персонаж похож на животное? Ну подожди, если его... Ну, так... Сравнить с человеком... Ну, скорее всего, да, он больше на животное похож, нежели на человека. Больше, наверное... Я начинаю паниковать. Больше, да. Ваш персонаж домашний питомец? Ну вот фильм... Ну да, он был вроде домашний питомец. У тебя 5 секунд. Ага, кто это такой? Не знаешь, хорошо. Ваш персонаж собака? Сутулая. Типа, если расценивать это собакой, то да, собака. Сейчас понял вообще, что сам сказал.
тебя 5 секунд. Кто это? Мать, скажи. Моя собака? В смысле? Ну ты не ответила на вопрос. Ваш персонаж черного цвета. Черного. Ну Люся, что ли? У тебя 5 секунд. Люся? Кто это? Люся. Ну, это как бы 1-0 все же, но я специально выбрал Люся. Я знал то, что она... Как она тут оказалась? Как Люся оказалась в Акинаторе? Люся! Уровни средние. Средний. Ой. Сказал. Она сказала, Кать, нельзя говорить 5 слова на запись. Ты хотела блин сказать, сказала блять. Подожди. Давай, все по новой. Хорошо, мать, это получается 1-0. Но я тебе подался, можно даже так сказать. Поэтому сейчас твоя очередь, давай. Что там Катюха выберет? О, давай попробуем. Ну вы, наверное, по-любому знаете, кто это? Вы, наверное, давай попробуем. Если, наверное. Про того самого. Хотя я про него так мало фактов знаю, я же сейчас ничего не отгадаю. Блин, я тупая. Про кого с того самого? Хорошо, если Катя 5 раз ошибается, значит она проиграла автоматом. Я, давай. Я забыла, давай. Что я здесь тоже могу ошибаться. Да, 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 все хорошо, давай отгадывай. Так, наш персонаж не женского. Не пола. Женского, хорошо. Это я знаю. Это ты я хотя знаю. Бы знаешь. Ваш персонаж реален? Нет, не реален. Ага, значит, из какого-то или фильма, или. Нет, это не мультфильм. Хм. Да, есть. Волосы. Ну, волосатый, это хотя бы хорошо. Известен в кино? Да. Вполне так известен, да. Так, это кино. Плохой персонаж? Вот либо, возможно, частично, либо да. Ну, да. Плохой. Плохой. В кино кто-то плохой. Хорошо, давай. Связан с цирком? Я не знаю, но, наверное, нет. Ваш персонаж герой фильмов ужасов? Нет. Фу, ну хотя бы, хотя нет, бы нет. Нет, нет. А, плохой Дэдпул? Нет. Ну, это антагонист. Волан-де-Морт? Нет. Хорошо. У вашего персонажа есть магические способности? Да. Да! Да это Волан-де-Морт! Нет! Это не Волан-де-Морт! Как Лилипут? Нет! Не хорошо. А, ваш персонаж играл в Гарри Поттере. Да. Это Малфой? Да. Драко Малфой? Нет! Малфой! Ну я сказал Малфой! Ну не Драко! Батя его! Да! Я не знаю, как его зовут. Как он там? Андрей Малфой. Андрюха Малфой в Гарри Поттере снимался. Я помню, я с ним в школе сходил там в третьем классе. Андрюха Малфой. Потом его в гриф... это, в Слизерин забрали там. Андрюха, помню его. Я угадал? Да, угадал. Я молодец. Но, как обычно, я угадала лучше. А ты ничего, только, нет, только нет. После Гарри Поттера угадал. Ладно, давай... Ну, ты похожа на этого персонажа немножко, поэтому я выберу его. Хорошо, ну только из-за того, что она немножко похожа. А... Если там какая-нибудь... Нет, ваш... Нет, нет, ваш персонаж женского пола. Нет, не женского. Хорошо, Катюша, тебе нужно угадать. Если ты угадаешь за 10 вопросов, ты будешь прям огромный молодец. Если ну за 15, давай. Уже лохопудины. Ваш персонаж существует на самом деле? Нет, не существует. Ваш персонаж человеческая голова? Нет. Ваш персонаж герой мультфильма? Ну да. У вашего персонажа есть шерсть? Это логично, если он не человек, то у него 100% должна быть шерсть. А если слизняк какой-то? Без разницы. У вашего персонажа есть одежда? Да, наверное. Сложно, сложно. А у вашего персонажа кошачья голова? Нет. Ваш персонаж похож на собаку? Не дай бог, да? Нет. Почему? Вдруг я на собаку. 5 похож. Секунд! Пикачу? Нет. Не из Пикачу. Не из Пикачу. Как это? Ваш персонаж грызун? Нет. Кто? Не знаю! Еще раз! Не знаю! Еще раз! Не знаю! Ладно, следующий вопрос. Ваш персонаж медведь? Нет. Не знаю! Хорошо загадал. Ваш персонаж из анимации Диснея? Да? Чёрт, там миллион всяких. Ага, разных. Ну вот хорошо, хорошо. Ваш персонаж из арабских стран. Арабская ночь? Да, из арабских. Нет, да, вроде из Дубая. Из Дубая? Из Дубая. Это мартышка из Аладдина? Как его зовут? Пиписька. Нет, не пиписька. Ваш персонаж видел Джина? Да, видел Джина. Я забыла, как зовут. А, нет, как его зовут?
Мы с тобой недавно ходили на Аладдина. Я думаю, что помнишь. Хорошо, надо угадать. Ваш персонаж обладает магией? Нет. Ау, бау, ану, асу, абу. Абу! Все назвала только не абу. Ну слушай, на 14-й вопрос ты угадала. На 14-м. Блин. Молодец. Ну давай теперь я. Счет 2-1. Мне нужно сравнять, чтобы как бы не проиграть. Тёлки. Дивули. Тёлочки. Чикси. О! Бабенцы. Надеюсь, ты смотрел хотя бы этот мультик. Блин, зачем я сказала, что это мультик? Давай. Извини, но, блин... Ну хорошо, хорошо, хорошо. Угу. В общем, это не женское. Хорошо. Пола. Я еще раз тебе скажу. Я не смотрел никакие существующие русские мультики. Это не русский мультик. Ну тогда хорошо. А то сейчас реально фиксики там или... Не-не-не-не. Там еще есть какие-то мультики про кошек, вот это Бартышкины, Братишкины. Барбоскины. Барбоскины, Бартишкины. Ваш персонаж реален? Нет. Ну если это из мультфильма, ты уже спалилась. Да. Ну да, ну как бы тебе это, походу, ничего не дает. Ваш персонаж человеческая голова? Нет. Это Братишкин. Нет, это не русский мультик. Да зачем я опять сказала, блин? Есть шерсть, ну, по идее, как бы должна быть. Нет, он голенький. Он! Ну, герой. Герой, хорошо. Нет, он не коричневого цвета, не какашечного. Я же сказала, не из русского, тупица. Она тебя не слышит. А, черепашки-ниндзя? Нет, шерстью. А, ну да. Ну они же все же типа мутировали, может они повторно мутировали там шерстью. Так, наш персонаж не желтого цвета. А, значит не Пикапи. Нет, не Пикачу. Пикачу. Я не знаю, кто это. На четырех лапах? Ну, вообще-то как бы и так, и так. Как это и так, ну, и типа, так? Ну типа он может и так, и встать, пойти, как это сказать, возможно частично. Возможно, частично видел. А, это суслик какой-то? Нет. Который с кабаном ходит? Это... Нет, 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 нет. Есть хозяин. Вот у него есть хозяин. Четыре лапы! Может на двоих лапах ходить? Так откуда я могу знать, кто ходит на четырех и на двоих? У него хозяин есть. Синего цвета, да. Джин! Нет! Синего цвета. С шерстью, Джин. Стич! Да! Я аж вспотел! Первый раз я вспотел на каком опросе? А, на 13-м. Я тебя вздрючил. В очередной раз. А ты первый раз плохо, я с Люсью угадала раньше. Опять ничья! Опять ничья. В следующий раз будет сложно. Там я тебя... И вот там я тебя просто по хардкору. Всё? Ну вот, надо заканчивать. Не знаю, вот вряд ли мы выполним то, что она сказала в начале, 60 тысяч лайков. Выполним, иначе... Да, да, так же... Хорошо, посмотрим. Ну как бы это не от нас зависит, если он хочет видеть новую серию Акинатора. Где сложно. Где сложно, то мы можем записать ее. Спасибо тебе огромное за просмотр. Всем удачи и всем заранее хорошего нового 2020 года. Пока. С Пасхой наступающимся и с Новым годом. Всё, пока.